Ну что ж, ладно. Погнали. Надеюсь, проблем не будет. Так, мы узнали какой-то код. Скорее всего, он нам для чего-то сейчас пригодится. Сейчас. Чатик. Вот он. Давайте попробуем понять, для чего он нужен. Что это такое? О, а вот походу... Эй, посмотрите, у этих гробов, у них есть какие-то, ну, переключатели, грубо говоря. Это довольно интересно. Давайте попробуем. Что? Причем это тут? О, переключатель горит. Кстати, а мы эту плиту не проверяли вроде бы? Сейчас переключать его. Так, окей, хочешь прикоснуться? Давайте прикоснемся. О, блин, что я сделал? Я поднял тревогу. Ой, походу. Да, не стоило. Значит, нужно сначала тут активировать, потом уже, блин, надо с тенью разобраться. Обойди. Ой, блин, опять это говнарька. Так, нам нужен звук. Ой, не того, фу ты! Куда я тороплюсь? Ты спешишь, людей наспешишь. Сколько там шариков? Не знаю, сейчас посмотрим. Валите. Изи. Саде. Так, ладно, давайте посмотрим, сколько их тут. Так, 3 и 6 штук. Цифра у нас, сколько там, было, Б, 0, 1, 0, 1, 0. Собственно, у нас была одна буква и 5 цифр. Так. Так, что у нас тут? Б, блу, вот этот как раз голубой, а эти нет. Окей, значит, скорее всего, этот нам трогать не надо. Окей. А, так, 0-1. А, стоять. 0-1. Так, хочешь прикоснуться к панельке? Так, значит, мне не нужно вводить именно цифру. Скорее всего, нужно те, что с цифрой 0, выключить. А те, что с 1, включить. Да, окей. Давайте так и сделаем. Да, так и есть. Окей. Выключить. Этот включенный. Опять выключить. Половинчик, да я понял, понял. Ай, блин,
Извиняюсь, у меня горло болит немного. Так. Вроде бы все правильно расставили. Сейчас проверим. Так, 0-1, 0-1, 0. Да, все норм. Вот теперь, скорее всего, можно нажать переключатель. Так, что ты хочешь сделать? Нажать. И мы открыли дверь. Это? Так, ура! Да, круто. Да, погнали уже. Тэко! Это было легко. Так, что у нас там? Ну, Алиса, ну, как-то нормально. Ну, тут, блин, вот, если обратить внимание, тут реально цифры всякие, ну, как раз под хакер. Нормально сделали. Воу! Окей, нас туда так легко не пустят. Димитр, что не забывать? Так, про хакеров в духе того фильма с Сиськой Анджелиной Джоли. Это какой? Да блин, срань, забыл опять. Ой, нет. Ой, я в жопе. Я опять забыл всех похилить. Жалко. Так, хакер с 95-го? Что-то такого не знаю. Надо бы заценить. Слушайте, может нам лучше свалить? Хотя не, ладно. Похилимся. Годный фильмец. Надо посмотреть. Может быть, я его смотрел, но не помню. Но... надо заценить. Люблю. Я люблю такие вещи. Так, стоп. А у этих ланей... ага, лёд. Блин, рефлекшн ставит. Ну, тварь. Хорош. Вообще никак не взять. Окей, ну кто-то молодец. Блин, я ненавижу этих тварей уже. Хорош, хорош. Блин, мне что, серьезно покинуть? У нас там осталась последняя дверь, и, возможно, мы дойдем до босса. Потом, как нас вытянет в реальный мир, как обычно, послать письмо.
暴いてやる。В смысле, ты еще выкладываешь, да? Конечно, я их выкладываю все. Ну, салат, талант на тебе бывает. Я тоже так пишу, так что я его понимаю. Горение. Это хрень. Хорош. Мочите. Так. Хорош, сокровище. Очень хорошо. Ну уже мы чё, сейчас почти прошли. Это что-то. Так, тут какая-то плита опять. Так. Смотрите, еще одна плита. Короче, хочешь прикоснуться к ней, Джокер, или как? О, господи. Эй, что это у нас тут? Так, в этот раз у нас красный цвет. И написано R011000B1001. Сейчас, секунду, возьму мобилку, сделаю фотку. Это такая же плита, что нам встречалась раньше с подсказкой для, для механизма. Да. Ну хотя, стоп, я забыл, у меня же есть чатик, есть вы можете написать. Ну ладно. Просто я привык всегда тоже держать мобилку рядом, если что. Да, R это рейд, красный. Это же очевидно. Эти цифры. Это компьютерный язык? Да, мы действительно находимся в мире футабы. Ладно, пошли посмотрим, что мы сможем с ними сделать. А куда мне их вставить? Что, в том же зале, что ли? Скорее всего. Ну их футаба, футаба. Ты решила нас немного позабавить вот этим. Вот этими. Ну, загадки их назвать тяжело, потому что они довольно легкие. Эй, смотрите. Метримеру. А, ну, собственно, вот красное и, собственно, голубое. Окей, я понял. Короче, ребят, какие там цифры были, скиньте. Начнем с красных. Так, тут красная. Короче, будет быстрее самому посмотреть. А, вот уже. Так, R011. Так, 0. Включаем. Все. Так, один. Это оставляем. Это тоже оставляем. И последние два выключаем.
Хорош. И... Хорошо. Дальше, голубой. Что там у нас было? Один, значит, оставляем. Ноль включаем. Ноль потом идет. И один возьмем. По сути, наоборот. Забавно сделано. Вот эта вещь. Окей. Так, вроде бы все правильно. Да, все правильно. Ну, тогда нажмем кнопку. Так, окей, нажимаем. Что это? В этот раз все действительно по-другому среагировало. Смотреть наверх. Воу! Они двигаются вперед, как поток, скажем так. Ой-ой. Эй, а это вообще остановится рано? Остановится этот механизм рано или поздно? Ведь все будет нормально, да? Не знаю, может еще раз нажать. Воу-воу-воу-воу! Ты еще хуже все сделал! Что нам делать дальше, Джокер? Да ногой! О, сработало. Ребят, как в жизни. Вот прямо как у меня с компом. Иногда он не включается. Ногой и включился. Вот и тут то же самое. А, он серьезно остановился? Масака. Так, ну, короче, да. Но... Забавно. И... Блин, жизненно. Воу. Ну и дел мы натворили тут. Оно сломано. Точнее, мы сломали этот механизм. Да, но как мы теперь дальше-то пройдем? Да, теперь этот коридор полон шарами. Ну как? Сейчас, наверное, по них будем прыгать. Русский способ включить телевизор. Да не только телевизор, и компьютер, и все, что, и все остальное. Эй, может мы по шарам как бы пойдем? А, окей. Можно я по шарам? А, что, не туда? Что? Не наверх? Ой, ты ж, блин, твари. Как бы, и что мне теперь делать? Как мне туда попасть? Тут никак. Может, с другой стороны? Да блин, не вниз. Прыгать нам позволяет только... А, не, можно, во. Во, все норм. Оказывается, можно, это я просто... А не, я там смотрел, как бы немного влево, и поэтому он прыгал влево, не вперед, как я думал. Так, сейчас, секунду. Ой, ху, погнали. Дай. Тут еще. What the fuck? О, господи! О, господи! Да нужно... Где-то срань! Нужно ее поймать! Есть!
Мы знаем про него ровным счетом ничего. Блок. А так? Тоже блок. И чем же нам его взять? Блин, патронов у меня нет. Мимо. Звук. Нифига. Что с ним делать будем? Так, не работает. Так тоже не работает. Мы просрали. Стрелять? У меня патронов нету. Чем стрелять? По-моему, ни у кого нет патронов. Я их все потратил. Сбежал. Ну да. Такой посмотрел на нас. О, господи. Да пойду я лучше от вас. Что-то вы как-то не очень... Сейчас узнаем опять что-нибудь про Футабу. Эй, это такое же устройство, что мы не видели раньше. Так, ну если прикоснуться, то что-нибудь появится на той фреске. Появилось. Но придется нам сначала его собрать. Ставить на места. Надо решить этот пазл и собрать правильно картину. Фреску. А, в этот раз больше деталей. Интересно, нам еще много таких решать вещей. Так, о, в этот раз их можно еще поворачивать налево и направо. Это забавно. Так, правда... Скорее всего, тут момент, когда ее маму машина сбила. Так, наверное. Блин, как-то все через жопу. Собрано. Прыгнула под машину. Да, она совершила самоубийство. Я слышу голоса снова. Футаба. Анта. Ты. Она умерла прямо перед глазами Футабы. Ужасно. Она пытается забыть эти воспоминания. Но, похоже, не особо у нее получается. Так, собственно... Опа!
Ну что ж, а вот и сокровища. Мы почти добрались, походу. Ну, если впереди нас не ждет еще один такой коридор. А, блин, там еще одна дверь. Нифига не понял. Че там непонятного? Показали, как бы там маму Футабу, когда сбила машина перед ее глазами. Вот что мы увидели. Точка. Че непонятного? Ой, стоп. Сохранись. Да я могу пойти немного вперед, там, наверное, будет еще один сейф-рум. Да, вон там справа. Еще одна дверь, значит. Я думал, тут ее не будет. Ну ладно. Ура, сейф-рум. Ярюка. Сделаем перерыв перед сокровищем, не знаю. А нам по-любому придется в реальный мир еще вернуться. Как бы перерыв мы сделаем, но когда, я не знаю. Погнали. Ох, блин. Да, мы еще надолго, походу. Что от сокровища. До сокровища нам еще далеко. О! Вау. Что это? Какая-то хрень светится. Так. Да, действительно, такие вещи не каждый день увидим. О, сокровище. Целый этаж мобов. Ну, что-нибудь придумаем. Ну, мы что-нибудь сейчас придумаем. Так, например... У меня есть тут бутылки. Нормально. Давайте подождем, пока он приблизится, повернется спиной к нам, и потом мы его завалим. Лучка бы 91 поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает: крепись. Футабу сегодня надо спасти по-любому. Лучка, Лакибой, спасибо за поддержку, надо спасти сегодня по-любому. Ну, надеюсь, все пойдет хорошо и спасем. Обойди. Иди сюда. Надо закончить с этим скорее. Оо, опять Анубис. Да я понял, заткнись, Макото. Стоп, что? Так, мы можем тогда оставить их на Макото, что ли? Ну, блин. Ух, хорош! Сделаем потом тач. Приручи Анубиса.
Это проблематично сделать. О, заснул. Технический. Ай, блин. Рюджи, покойся с миром. Мы тебя все будем помнить. Пару часов и потом забудем. Саде. Так, Салат, думаешь, под Новый год будет хаос? Ну, не знаю, даже сомневаюсь. Возьми Моргану, не хочу Моргану. Да и толку. Лаки бой, что? Что это? Я не знаю, что это. Рефей, что хочешь. Серьезно. QR-код был. Где? Где-то QR-код видел. А, на той стене? Да там реально QR-код. Можно рассчитать. Да блин, там враг. Сейчас подойдем ближе. Давай, готовься быстро. Но он не полный. Считать его, короче, проблематично. Ладно, ушел. Вышли все серии, то да. А, вот, ушел. В личку напиши мне, чтобы я не забыл, оно просто сохраняется там сообщение как раз. Дмитрий, я понял. Так, сорян. Айфокси, смотрел раньше, сейчас не смотрю, у меня нет времени. Я вообще не смотрю, только на стримах. Потому что не в стримах я или работаю, или учусь. И все. Иногда у меня еле-еле находится там часика-два, чтобы поиграть хотя бы
своего удовольствия. Немного, но очень мало. По большей части все свободное время трачу на то, чтобы уметь переводить с японского лучше и лучше. Ради персоны. Так, стоп, полностью этих ублюдков. Блин, у нас денег. А, я потратился на персоны, потому что крафтил их. Окей. Нужно еще 50к. Итак, ладно, давайте проверим эту комнату. Тут опять гробы, и тут придется опять походу вводить что-то. Ой, блин, опять Анубис. Сделайте технически ему. А, стоп. Усыпили. Оу-оу-оу-оу! Сократ, увидим, увидим со временем, но скорее всего. Так. Сократ, не все, не только кот зовут его Джокером, все зовут его Джокером. Это их кодовые имена же. Чтобы не палиться тут сильно реальными именами, а то кто знает, что может случиться. Может случиться всякое говно, типа там, если внутри подсознания человека там используйте свои настоящие имена, а кто знает, что может потом быть. Поэтому они используют эти кодовые имена. На всякий случай, чтобы не палиться, если что. Так, что у нас делает эта хрень? Немного увеличивает атаку. Знаешь, Сократ, в душе каждого из нас есть частичка Джокера. У всех.
Ой, господи, там говнюк. Обойди. Иди сюда. Какая компания? Самар, это пульт, чтобы активировать, скорее всего, код, когда нам мы его найдем. Поэтому я пока что его не трогаю. А, о, круто. То же самое слабо. Так, Рири, иди сюда. Вали. Хорош. さて、手応えねえな。Опа! Так мы легко не пройдем. Окей. Тут можно пойти наверх или там в дыру. Давайте пойдем сначала наверх и посмотрим, что там будет. Окей. А вот тут переключатели. На. Что делаем? Ну, давай нажмем. Огонь! Дойра. Хорош. Да, Сократ, нельзя. Это особая сила, которую имеет только главный герой. Карту Вайл. Остальные не можно, не могут. Ну, это объяснено сюжетами тогда. Ну, просто в той же третьей персоне даже не давали управлять остальной партией, но потом после четвертой уже. Хотя во второй тоже можно было. Во второй. Ну, во второй это было, второй там все по-другому. Да и первый, по-моему. Блин, я уже и забыл. Кстати, то очень хорошо, что ты мне напомнил. Я опять забываю про те бутылки. А где они? По-моему, их... А, вот. Вот и. Тебя бесило? Не знаю, мне как-то вообще не раздражало этот факт. Алис, знаю, знаю, я же в нее играю потихоньку. Но этот буст иногда может так хорошо спасти задницу, как было уже. Ова, по-тихому, никто нас не заметил, проходим. Ова. Давайте откроем. О, тут кнопка. Давайте нажмем ее. Что будет? Непонятно. А, мы открыли другую кнопку. Только это, походу, в другой комнате. Эх, блин, они разделились немного. Твою
隠した相手だけど疾風属性は効かないわよ。 Макото, не, Макото, ты не пойдешь, тебя не хватает. Сократ, она будет, но не на поле боя, но она будет всегда, кстати. Ой, блин, там еще второй. Что сделал? Я просрался. Господи, я тебе говорю, что это по-другому работает, но она зато будет с нами всегда. Почему узнаешь? Срань! Ты поймешь, почему так лучше даже. Я что-то тут понимать. Она, как я тебе сказал, она по сути будет с нами всегда. Она всегда будет давать советы, будет разговаривать, и у нее там супер атаки, конечно. Ах ты ж тварь! Ах ты ж пир! Пень! Он охренел, что ли? Мочи его! Так, не, в жопу тебя. Саде. Сги, икуё, сги. Но Скарп и Грейс, учитывая, что она следит за этим, за хотя стоп, он, она в комнату жучок не поставила, так что нет, не совсем следит за всем. А то она могла бы узнать про то, что я вожу там взрослых тетенек. Ах ты ж тварь! Господи, чего вас тут так много? У меня и так еле-еле. О, замечательно. Давайте еще анализа. Да. Я так, я и так еле-еле держусь. Да ты издеваешься? Ой, господи, ну что за срань? Но как ты видишь, Денис, здорово. Нет, еще не пробовал. Беги. Понятно, что буду бегать. Собирается в стаю. Какую стаю?
Я и так еле-еле держусь. Какая стая еще? Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Мне нужен хиллер. Гарп против тебя болеет. Да я вижу. Мне обидно, но что поделаешь. О, тут можно что-то вставить. Круто. Стоп, а разве у нас не был шар? Нету. Короче, нам нужно найти Анубиса и взять его шары. Взять его шары. Ну, вы поняли. Который он держит в руках. Походу мне придется заводить собаку в лесу. Ах ты ж! Не совсем попал. Да, не хотел. А, блин, вы. Оу! Макото! Молодца! В смысле нажать на кнопку? Какую кнопку? А, понятно про какую кнопку. Ну, сейчас посмотрим. Вообще-то мне сейчас не нужна кнопка совсем. Мне нужно что-то другое. Слушай, шаров у тебя нет? А, вот она кнопка. Да, нажмем. О! Секретная дверь. А вот и шар. Ура! Давай берем. Ах ты ж. Ой. Мочить. Хорош. Итак, что у нас тут? Возвращаемся обратно. Поставим шары в дыру. Так, наверх ты, тварь! Обойди. Блок! Замечательно! Короче, у Анубиса слабости такие, никаких. Стратишь, в смысле фармим? Мы ничего не фармим. Мы проходим. О, заснул. Технически. Ой, 31 по-моему. И 31. Сады. Канари,
33. Круто. Да, действительно. Завалили. Окей. Вставляем шары. Точнее, шар. Стратегии меняются, меняются. Оу, круто, платформа. Супой, да уж. Окей. Так, там два ублюдка. Ой, собаки. Ненавижу псов. Да он там на одном месте сидит и крутится. Сёдайо мисэро! Какая шупа. Эх, не хватает. ГГ на себя, на тебя. Ты, скажите Тайорусу попробовать на Твиче или на классике. Кстати, там вроде бы в ВК можно стримить. Надо разобраться, как пустить поток. Блин, не хватает СП, срань. О, круто. Тоже. Нормально. Спасибо, Алган. Готово. Оп. Рюджин 33 получил тоже. Сяду гикха! Чё-то, ёю сгидал! О, сокровище. Так, отмычки есть одна. Последняя. Слушай, давайте разнообразие немного. Вилден, она у меня уже есть. Ох, бомбанула и мимо. Затащим до конца. О, сейв рук. О, круто. Внезапно. Скидывай.